В Центральном зале научной библиотеки Тюменского института культуры со 2 по 18 февраля открыта книжно-иллюстративная выставка «30 лет КИК. Солидный возраст». В 1991 году в Тюменской области родился новый вуз. Необходимость его открытия назрела давно. На огромной территории Урало-Сибирского региона специалистов культуры готовило только училище искусств. Сейчас, 30 лет спустя, институт может похвастаться интересной историей, бурной творческой и научной деятельностью. Это концертирующие вокально-инструментальные ансамбли, вокалисты, оркестры, хоровые коллективы, учебный театр и другие специальности. Многие студенты стали лауреатами различных конкурсов. В вузе проводятся традиционные научно-практические конференции, на выставке труды преподавателей. Так, Лилия Васильевна Дюмина проделана огромная работа по собиранию и исполнению исчезающего фольклора Тюменской области. На выставке ее труды и диски с записями ансамбля «Ростань». Представлены также работы Чернышовой Екатерины Николаевны. Это кантата «Душа и мир» и вокальные хоровые произведения. Есть чем гордиться колледж искусств, который 10 лет назад вошел в ГИК. Великолепный хор, вокальные ансамбли, солисты, вокалисты, инструменталисты, танцоры заслуживают бурных аплодисментов. Выставку продолжают нотные сборники оркестра русских народных инструментов Института культуры и оркестра «Баян Капричо». Из теоретических работ можно увидеть альтернативную гармонию Бархатовой и работу джаза Анжелики Николаевны Фишер. Главная цель создания института достигнута. Воспитание молодежи посредством культуры и искусства, подготовка уникальных специалистов и формирование